Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как машина без водителя устроила аварию. Я еду, понять не могу, он здесь, пять не мешает. А ладно, тут мужики, а он говорит, без водителя. И кто за нее будет отвечать? Пытался уйти от столкновения. Совершил неоправданный маневр выезда на сторону проезжей части, предназначенной встречному движению. Посекундный разбор действий водителя после аварии, в которой погибли два человека. И как кража телефона за 1000 рублей обернулась попыткой убийства полицейского. И с целью убийства нанес ему топором со значительной силой удар в голову. История цепочки преступлений. Это и не только прямо сейчас. Припарковал автомобиль и ушел по своим делам. Когда вернулся, не поверил своим глазам. Курьезная авария произошла минувшим вечером на улице Нариманова. Лада Приора, оставшись без водителя, покатилась вниз задним ходом. Остановиться она смогла лишь после встречи с длинномером. Как так получилось, расскажет Алина Мусина. Давай, не надо убирать, сейчас гаишники приедут. По рассказам очевидцев и участников аварии, вся ответственность за произошедшее лежит исключительно на водителе легковушки. Они рассказали, что в момент аварии шофер попросту отсутствовал в салоне машины. Чего ты нервничаешь? Чего ты нервничаешь? Полметра не хватило проскочить. Все нормально, что ты нервничаешь? Все нормально. Нормально. Ладно, сами живы, здоровы. Да. По предварительной версии, припаркованный автомобиль в какой-то момент самопроизвольно покатился назад. Судя по всему, хозяин транспортного средства просто забыл поставить его на ручной тормоз. Неуправляемая машина сначала выехала на встречную полосу, а после вернулась обратно и откатилась прямо на грузовик. Из-за длины фуры дальнобойщик не успел избежать столкновения. Если она без тормозов, что ли? На нейтралке? На нейтралке стояла. Я еду, понять не могу, он здесь... Пять не мешает. А ладно, тут мужики, а он говорит, без водителя, я по газам. Она пустая, да? Пустая была. А водитель где был? Забывчивость и помидоры, купить которые вышел водитель легковушки, вероятнее всего, обернется для него крупными тратами. Мужчине с высокой вероятностью придется ремонтировать собственный автомобиль за свой счет. Впрочем, ему еще повезло. Неизвестно, где и при каких обстоятельствах остановился бы его автомобиль, если бы не грузовик. Алина Мусина, Айрат Назипов, Адель Мулахметов, «Вызов 112». Hyundai Solaris и Лада Калина лоб в лоб столкнулись возле села Новое Каширово в Альметьевском районе. Авария произошла на 18-м километре трассы Альметьевск-Джалиль. После столкновения иномарка вылетела с проезжей части в кювет. По пути неуправляемый автомобиль снес дорожный знак. Разбитая Лада осталась стоять на дороге. В отечественной легковушке находились 4 человека. Они не пострадали, а водителя Hyundai в тяжелом состоянии госпитализировали в медсанчасть Альметьевска. Два человека пострадали в результате столкновения квадроцикла и «Лады Калина» в Набережных Челнах. После удара с автомобилем внедорожная техника вылетела с дороги и врезалась в дерево. В результате аварии водитель квадроцикла был госпитализирован с закрыто-черепно-мозговой травмой, с трясением головного мозга и ушибами. Его пассажир получил закрытый перелом 2 пальцев на руке. Доскональный и посекундный разбор действий водителя. Нижнекамский городской суд начал рассматривать дело в отношении водителя «Газели», который в ноябре минувшего года столкнулся с «Жигулями» 6-й модели. Водитель и пассажиры легковушки позже от полученных травм скончались в больнице. Айрат Назипов услышал, почему водитель «Газели» не смог избежать столкновения. В ноябре прошлого года этот молодой человек попал в ДТП недалеко от села Шереметьевка. На «Газели» врезался в «шестерку», и водитель, и пассажир легковушки скончались. Теперь он на скамье подсудимых. Нарушение пунктов 1.4.9.1 правил дорожного движения. Россия совершил неоправданный маневр выезда на сторону проезжей части, предназначенной встречному движению. Водитель «Газели» виновен в том, что произошло, себя не считает. По его словам, «Жигули» 6-й модели на высокой скорости двигалась по встречной полосе, прямо ему в лоб. Говорит, несколько раз посигналил, однако легковушка на свою полосу не вернулась. Время на раздумья не оставалось. Вот он включил поворотник, я думал, в поворот сейчас едет. Нет, он проехал его. Потом уже ближе ко мне подбежаясь, я начал моргать ему, сигналить, думаю, что он прямо на меня же летит. Тогда, как рассказал мужчина, он включил поворотник. Думал, что «Жигули» замедляет ход, а он успеет проскочить. Но легковушка резко свернула в ту же сторону, куда поехал и он. Произошло столкновение. Очевидец аварии, который также ехал по трассе, рассказал, что водитель «Газели» пытался уйти от столкновения. Но предугадать действия водителя «Жигули» было сложно. Потом вышел, как бы видел то, что люди сидят в машине, от них перегаром слишком сильный слой. После этого врачи еще приехали, тоже сказали, что они пьяные. Потом уехал. Пострадавших водителей и пассажиры «шестерки» госпитализировали с многочисленными травмами. Ну, я позвонила брату, мы поехали отвозить вещи, приехали прямо в покой. Нам сказали, что его перевели в реанимацию.
пошли туда, там пока уже он, оказывается, скончался. Родные погибшего мужчину просили не лишать водителя «Газели» свободы. Рассмотрение этого дела перенесли, чтобы пригласить в суд и выслушать версию инспектора ГИБДД, который выезжал на место аварии. Айрат Назипов, Светлана Шумкова, Фахри Исламов, вызов 112. Зашел в магазин, велосипед оставил у входа. Вышел и не нашел своего двухколесного коня. Момент кражи подросткового транспорта зафиксировали камеры видеонаблюдения торгового центра. Мы приехали в Олимп, оставили велосипед. Через час спигнули, чего нету. Вызвали полицию и пошли смотреть видео по камерам. Два подростка возраста потерпевшего, если старший, то не намного. Один из них, видимо, не желая становиться соучастником кражи, выходит из торгового центра. Другой хватает велосипед и убегает. Поймать их за руку не получилось. Сейчас и похитители, и сам велосипед разыскивает полиция. Пока же на свои трюки, на своем же собственном велосипеде, он теперь может только смотреть в записи. Это был 46-й велосипед, украденный в Нижнекамске за этот сезон. 12,5 лет строгого режима за попытку убить полицейского топором. Сегодня в Верховном суде республики огласили приговор 32-летнему жителю Рыбнослободского района Азату Сайфудинову. Поводом вооруженного нападения стал сам визит представителя власти. Участковый подозревал Сайфудинова в краже мобильного телефона и пришел расспросить его об этом деле. Как мелкая кража повлекла за собой попытку убийства? Ленар Гинатулин. Далее. Сопоставляя показания Сайфудинова, данные в ходе предварительного следствия. Стоя за стеклом в зале суда, Азат Сайфудинов еще раз прокручивает в голове произошедшее. Причем на лице подсудимого вообще нет эмоций. Куда сильнее переживают его родные. Недалеко от них сидит и тот самый полицейский, который пострадал от его рук. И с целью убийства нанес ему топором со значительной силой удар в голову. Именно так и закончился визит участкового одной из деревень Рыбнослободского района к Азату Сайфудинову. Представитель власти заподозрил, что его односельчанин, ранее разбив кирпичом окно, проник в один из домов в своем же селе и украл мобильный телефон. Пришел просто поговорить. Рассказывает, такого поворота событий даже не мог себе представить. Но спустя минуты после визита получил удар топором по голове. Я ждал, что так, вот на деревне живем. Что так произойдет? Он всегда себя неадекватно вел? У него там психические отклонения какие-то, да? Психически нормально так-то. Психиатры заключили, что во время совершения преступления татарстанский Раскольников был вменяем. Более того, психических расстройств у него не зафиксировано. Однако это уже не первое его нападение на полицейского. Причем Фарид Габдрахманов, пострадавший полицейский, об этом знал. В этом же селе ударил. То есть применил насилие в отношении тоже одного из участковых инспекторов Рыбнослободского РОВД. Откуда такая нелюбовь к представителям власти, подсудимый не объяснил. Вердикт суда поверг в шок семью Сайфудинова, а у него самого вообще не вызвал эмоций. Назначить Сайфудинову наказание по статье 317 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с ограничением свободы на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. Стоимость украденного телефона, который стал первым звеном в этой цепочке преступлений, составил 1200 рублей. За эту кражу подсудимый отвечать не будет. Дело закрыли за давностью. С тех пор прошло уже больше 2 лет. Фарид Габдрахманов на всю оставшуюся жизнь остался инвалидом. Я полагаю, приговор законный, обоснованный, справедливый. Вот, назначенное наказание соответствовало и позиции, которую занимало государственное обвинение. Вот, и я полагаю, что оснований для его обжалования нами нет. Будет ли обжаловать приговор подсудимый, неясно. По крайней мере, на это у него есть 10 дней. Ленар Гинатулин, Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, вызов 112. В Казанском цирке страус перестал слушаться дрессировщика и выбежал с манежа прямо на зрителей. Все это очевидцы сняли на мобильные телефоны и выложили в сеть. Самовольно покинувшая арену цирка птица пыталась подняться наверх практически прямо по людям. Но это страусу не удалось. Зрители спешно покинули свои места. Непослушную птицу дрессировщик вскоре смог увести с арены. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, не считая испуга. Друзья, сохраняем спокойствие. Я как ведущий программы от лица вашего отдела приношу извинения, если у кого-то есть какие-то к нам вопросы. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.